Всем привет! Сегодня нас ждет приятная, довольно мягкая практика, которая пробудит ваше тело с утра или вернет ему силы и приятные ощущения, если вы провели весь день в офисе. Садимся в простую позу со скрещенными ногами, седалищные кости на полу, введите ягодичную плоть назад, почувствуйте, что вы хорошо и ровно сидите, вам легко держать спину прямой, ладони и руки расслаблены на коленях. Со вдохом макушка вытягивается вверх. С выдохом пупок уходит вовнутрь. Постарайтесь дышать глубоко и ровно. Со вдохом руки над головой соедините намасте. Перекрестите пальцы, ладони в потолок, вытянитесь ладонями за голову и дальше назад. С выдохом скруглили спину, ладони к полу. Вдох, грудная клетка в потолок, руки за голову. Выдох, ладони к полу, спина круглая. Вдох, грудная клетка в потолок, ладони вытягиваем за голову и дальше прогибая спине. С выдохом скруглили спину, ладони к полу. Вдох, грудная клетка вверх, с выдохом. Правая рука за голову, левая ладонь на пол. Вытягиваем правый бок. Со вдохом пальцы правой руки сильнее вытягиваем в стену. С выдохом правую ягодицу направляем сильнее к полу. Вытягиваем больше правый бок. На вдохе в центр правая ладонь на пол, левая рука за голову. Левой рукой вытягиваемся в сторону сильно-сильно. Чувствуете на вдохе, как расширяется грудная клетка, расширяется левый бок, сильнее вытягиваются мышцы. С выдохом, как будто отталкиваетесь правой ладонью от пола, правой рукой от пола, направляя левую ягодицу к полу. Вдох, правая рука вверх, правая рука, левое колено, левая рука назад. Маленькая скрутка. Не используйте руки как рычаги, это просто поддержка. Вдох, макушка вытягивается в потолок. С выдохом пупок вовнутрь, в это пространство скручиваемся. Раскрутились на вдохе, левая рука вверх. Левая рука, правое колено, правая рука назад, взгляд в сторону правого плеча. Глубокий, ровный вдох, расширяйте грудную клетку с каждым новым вдохом. Левую лопатку чуть назад уводим вовнутрь спины. С выдохом пупок вовнутрь. Одно дыхание здесь, спокойный, ровный вдох. Полный выдох в центр. Вдох, руки вверх. Собираем на выдохе колени вместе, уходим в позу стола. Сделаем несколько кошек коров, запястья строго под плечевыми суставами, колени под тазобедренными, вдох, живот в полу, копчик в потолок. Прогнулись, выдох, скрутились кошка. Вдох, живот к полу, лопатки чуть в центр спины вводим, с выдохом копчик вниз, выталкиваем центр спины в потолок, подбородок, грудины. Вдох, грудная клетка вперед и вверх. С выдохом оттолкнулись, кошка. Вдох, грудная клетка в потолок. С выдохом ягодицы к пяткам, волна спиной. Вдох, подбородок, грудини. Тело вперед. С выдохом отталкиваемся ладонями, ягодицы к пяткам, скругляя спину. Вдох, вперед. Копчик в потолок. С выдохом ягодицы к пяткам. Вдох, вперед, подбородок, грудинь. Выдох, копчик в потолок, ягодицы в пятках. Дальше круговые движения в запястьях в одну сторону, в другую сторону. Стараясь разминать запястья, это очень важно. Особенно, когда много времени проводим во время практики в планках. Любые движения в спине делаем. Закройте глаза, просто почувствуйте свою спину. Сгибайте руки в локтях, направляйте тело чуть вперед и назад, в бок, влево. Копчик в потолок, вытолкнули себя, собака, мордой вниз. Сгибая поочередно ту правую, ту левую ногу в колени, пальцы остаются на полу, небольшие перешагивания на одном месте, вытягивая икроножные мышцы. Ладонями отталкиваемся от пола, направляем копчик чуть сильнее в потолок. Вытягиваем заднюю поверхность бедра, если икроножные мышцы достаточно мягкие. Снова волна спиной, но уже через планку. Со вдохом планка. С выдохом копчик в потолок, таз вверх. В вашем ритме каждый новый вдох вперед. С выдохом собака мордой вниз. Остались здесь. Несколько спокойных ровных дыханий собаки мордой вниз.
чуть-чуть присогнули колени. Вытянули их сильнее, копчик в потолок направили. Провернули бицепсы наружу. Расширяем спину, ладонями отталкиваемся от пола. Почувствуйте вес между руками и ногами, как он распределяется. Не висите только на руках. Мягкими шагами подступаем стопами к ладони. Сгибайте ноги в коленях, если не хватает гибкости. Повиснем просто, пускай гравитация сделает свое дело, спина вытянется. Возьмите себя за локти. Просто повисните вниз, покачайте слева, право. Помотайте головой, как будто говорите «да». Затем как будто говорите «нет». Пускай спина вытягивается, мышцы вытягиваются. Чуть присогните ноги в коленях. Если чувствуете, что перерастягивает именно подколенные. Живот на бедра. Можно согнуть ноги сильнее. Со вдоха мягко-мягко поднимаемся вверх. Вдох, руки вверх над головой, намасте. Правую ногу перед левой, внешний край стоп прокасаются друг к другу. Ладони сомкнуты, с выдохом наклон в левую сторону, вытягиваем правый бок. Копчик пяткам направляем, плоская поясница, стараясь вытягивать именно бок. На выдохе в центр, меняем ноги местами, левая нога перед правой, внешний край стоп соприкасаются, наклон в правую сторону. Ровное, спокойное дыхание. На выдохе центр. Вдох здесь. С выдохом наклон. Пальцы на пол, на голени. Вдох. Вытянули спину. Правая нога до параллели с полом вверх. Вытянули пальцы сильно назад. Большой шаг правой ногой. Правое колено на пол. Плюс на пол. Вдох. Руки вверх за голову. Грудную клетку в потолок. С выдохом пупок вовнутрь. Таз чуть ниже. Глубокий ровный вдох. С выдохом таз ниже. Правый таз чуть направьте вперед. Левый назад. Левую ногу выпрямили. Наклон к левой ноге. Руки можно просто назад. Можно на пол. Можно на таз. Спина прямая. Центром груди вытягиваемся вперед к пальцам ног. С выдохом живот ближе к бедру. Если под колено перетягивает, немножко присогните левое колено. Левую ногу согнули в колени, ладони на пол, правая нога на пальце. Оттолкнули сильно ладонями от пола, большой шаг назад, планка. Вдох здесь, сильная планка. Копчик к пяткам. Отталкиваем себя от пола. Выдох, пупок вовнутрь, нижние передние ребра вовнутрь. Спокойное ровное дыхание, сильная планка. Напрягите квадрицепсы, подтяните коленные чашечки с выдохом, колени на пол. Локти строго назад, вдоль тела, грудная клетка на пол, поза восьми точек, подбородок на полу. Можно согнуть ноги в коленях, поднять пальцы вверх, чтобы усложнить позу, либо завести руки за спину, соединив их в замок, вытянувшись кулаками вверх. Это более сложная поза, можно оставить ладони позу груди. Спокойное, ровное дыхание. Пальцы на пол, ладони на пол, у кого были наверху. Вдох. Кобра, собака, либо сфинкс. Вытянулись макушкой вверх, ладони возле груди. Чуть шире плечей. Вдох вверх, мягко с выдохом, мягко вниз. Копчик пятком направляем. Стараемся держать плоскую поясницу. Вдох вверх, с выдохом, мягко вниз. Вдох вверх. Ладони возле груди, ноги на пальце. Вдох. Собака, морда вверх, с выдохом. Собака, мордой вниз. Вдох, правая нога вверх, таз закрыт. Пяткой выталкиваем небо вверху. С выдохом правое колено перед собой. Если тяжело, рукой помогите себе поставить правую ногу на пол. Между ладоней. Левое колено на пол. Вдох, глубокие руки уводим за голову назад. С выдохом правый таз чуть подтягиваем назад. Левый вперед. С выдохом правую ногу выпрямили, левую согнули. Наклон к правой ноге. Руки так, как вам удобно, либо ровно назад, либо на пол, либо на таз. На вдохе мягко вверх. С выдохом мягко вниз. Пальцы на правой ноге направлены на себя. Правую ногу согнули в колени, ладони на пальцы. Левую ногу до параллели с полом. С выдохом левая стопа рядом с правой. Наклон. Вдох, руки вверх. Намасте над головой, выдох, намасте перед грудью. Делаем то же самое, только одно движение, одно дыхание. Со вдохом руки вверх, чуть прогнули в спине.
С выдохом наклоняйтесь. Вдох, взгляд вперед, спина прямая. Левая нога до параллели с полом, большой шаг. Левой ногой назад, вдох, руки вверх, анджаньясана. Выдох, правую ногу выпрямили, наклон к правой ноге. Ладони на пол, левая нога на пальцы, шаг назад, правой ногой планка. Вдох здесь, с выдохом. Внешний край правой стопы прижали к полу, левая рука вверх, боковая планка. Если тяжело, правое колено для поддержки на пол. Ладонью правой руки отталкиваемся от пола, внешний край стопы левой, давим в пол, направляем его туда. С выдохом меняем планку на левую сторону. Ваша версия. Внешний край правой стопы давим в пол. Ладони на пол, вдох, здесь планка. Колени на пол, грудная клетка на пол, выдох, 8 точек. Плюс на пол, кобра, собака, либо сфинкс. С выдохом собака, можно вниз. Левая нога на вдохе вверх, таз закрыт, пятка в потолок. Выдох. Левое колено к подбородку, тело в планку, левой стопой шаг вперед. Правое колено на пол, вдох, руки вверх. Выдох, левую ногу. Выпрямили пальцы на себя, наклон к левой ноге. Ладони на пол, шаг вперед. Правая нога до параллели с полом, выдох, шаг. Правой ногой к левой. Вдох, руки вверх. Урдва хастасана, выдох. Намасте перед грудью. Поза стула. Сгибаем ноги в коленях. Таз назад. Пальцами коснулись пола. Вдох. Руки вверх. Выдох. Живот к бедрам. Руки за голову. Динамики. Вдох. Поза стула. Руки вверх. Выдох. Живот к бедрам. Наклон. Вдох. Руки вверх. Выдох. Наклон. Пальцы на пол. Вдох. Вытянули спину вперед. Ладони на пол. Шагом либо прыжком в планку. В планке вдох. С выдохом колени на пол, согнули руки в локтях, грудную клетку на пол, 8 точек, либо чатуранга, вдох. Кобра, собака, либо сфинкс, ваша версия, прогиб, выдох, собака, мордой вниз. Все движения будут через планку. Вдох, правая пятка в потолок, так закрыт, правое колено, правый локоть, тело в планку, правая нога, вдох назад, подбородку колено. Вдох, нога назад, правое колено, левый локоть. Вдох назад, пятка в потолок, таз закрыт, собака мордой вверх. Согнули правую ногу в колени, пятку направили к ягодицам, колено правой ноги в потолок. Ладонями отталкиваемся от пола активная, собака мордой вниз. Вдох здесь, закрыли правое колено к подбородку, правая стопа между ладоней. Выпад, либо упрощенный воин. Правое колено строго над правой пяткой, либо чуть назад, колено направлено в сторону пальцев правой ноги. Тело здесь точно такое же, как было в анджаньясане. Левую пятку чуть направьте вперед. С выдохом немного подшагните, сократите дистанцию. Ноги прямые, наклон к правой ноге. Вдох чуть вверх. Выдох мягко вниз. Правый таз чуть назад, левый направляйте чуть вперед, стараясь выровнять таз. Левая ладонь на блок, либо на пол. Вдох, правая рука вверх, таз остается в том же положении, небольшая скрутка. Спокойное, ровное дыхание, выдох, пупок вовнутрь, чуть больше в это пространство вытягиваемся. Немножко отшагнули левой ногой назад, ноги как в выпаде. Внутренняя поверхность бедер направляйте друг к другу, стараясь выровнять таз. Правая рука вверх. С выдохом обе стопы разворачиваем на 90 градусов. В правую сторону правую руку вытягиваем за голову, вытягиваем правый бок. С выдохом левый таз на пол, правая рука направлена в сторону пальцев левой ноги. Левая ладонь активная. Отталкиваемся от пола. Если тяжело, то таз не отпускаем. Со вдохом таз вверх и на выдохе развернули стопы к длинному краю коврика на 90 градусов, наклон вниз. На вдохе мягко вверх. С выдохом левая ладонь на пол, правая рука вверх, вдох. Левая ладонь может быть на блоке. С выдохом пупок вовнутрь, чуть больше скрутились. Вдох, еще один здесь. С выдохом. Скрутка чуть больше, контролируйте таз. Можно положить правую ладонь на таз, чтобы почувствовать, что он параллелен полу. С выдохом правая ладонь на пол, левая рука вверх, вдох. С выдохом пупок вовнутрь, чуть больше скрутка. Стараемся развернуться так, чтобы посмотреть, взгляд направить в потолок.
копчик направляем чуть в потолок, стараясь сделать небольшой прогиб поясницы. С выдохом ладони на пол. Развернулись к правой ноге, шаг назад, планка. В планке вдох, с выдохом. Чатуранга, артха чатуранга, либо поза восьми точек, зафиксировали. Вдох, прогиб. Кобра, собака, либо сфинкс. С выдохом. С выдохом, собака, нога вниз. Еще одна сторона. На вдохе левая нога вверх. Кор. Левое колено, левый трицепс. Вдох, нога назад. Колено, подбородок. Вдох, нога назад. Колено, правый локоть. Вдох, трехлапая собака. Левую ногу согнули в колени. Колено направили в потолок. Левую пятку к ягодице. Стараясь не вытянуть. Вытягивается икроножная мышца. Внутренние поверхности бедер вытягиваются больше. Ладонями оттолкнулись от пола. Закрыли таз. С выдохом левое колено, подбородок, тело в планку. Левая стопа между ладоней. Можно помочь себе рукой. Выпад, вдох. Руки вверх над головой. С выдохом направьте внутренние поверхности бедер друг к другу. Правую пятку чуть больше направьте вперед. Позвольте закрыться тазу. С выдохом левую ногу выпрямили. Правой ногой чуть подшагнули вперед. Выдох. Прямой левой ноге. Вдох. Вытянулись. Вытянули спину. Выпрямили спину. Выдох. Мягкий наклон вниз. Можно положить руки на блоки, если эта поза недоступна. Выдох вниз. Вдох, правая ладонь на полу, либо на блоке, со вдохом, левая рука вверх. Небольшая скрутка. Находясь в этом положении, левый таз чуть сильнее направляйте назад. Это увеличит вытяжение задней поверхности левого бедра и выровняет таз. С выдохом правой ногой отшагнули назад. Развернули стопы в левую сторону на 90 градусов. Правую, левую руку вытянули за голову, вытянули левый бок. Правую ногу пытаемся как будто подтянуть к левой, пуская мягко таз к полу. Левую руку вытягиваем в сторону правой ноги. Стараемся держать корпус и ногу в одной плоскости. Правую руку чуть присогните. Не позволяйте переразгибаться правому локтю. С выдохом левую руку за голову, таз подняли от пола. Развернули стопы в противоположную сторону, к длинному краю коврика. Мягко повисли здесь. Можно добавить движение с выдохом, сгибая ноги в колени, направляя таз то к одной пятке, то к другой пятке. На ваше усмотрение. Останьтесь в центре, можно просто поболтать со спиной влево, вправо. Вытягивая спину, таз ровный. Вдох, выпрямили спину. С выдохом развернулись сначала коврика, ладони на пол, шаг назад, планка, виньяса. Можно пропустить в позу ребенка. Вдох, кобра. С выдохом собака мордой вниз. Вдох, согнули ноги в коленях, спокойно отпустили колени на пол, плюсы на пол. Сделаем небольшую подготовку для уштрасаны. Колени на ширине тазобедренных суставов. Мягко заводим руки за спину, большие пальцы под ребра, направив немного корпус в потолок, дав почувствовать себе это движение вверх. Освободили руки, руки выпрямили перед собой. С выдохом направляем ягодицы и спину назад и поднимаемся вверх. Вдох, мягко корпус назад, выдох, сильными бедрами вперед. Вдох, назад, с выдохом вытягивая себя плоской поясницей и животом вперед. Ладони на мосте перед грудью, вдох, руки вверх. Положите ладони на спину, пальцами вверх. Пятка ладони находится чуть выше крестца. Ладони нужны нам в таком положении, чтобы делать максимально плоскую поясницу и давить верхнюю часть ягодиц вниз, тем самым выпрямляя поясницу сильнее. Одно глубокое дыхание здесь. С выдохом, сильным кором выпрямились. Отпустились на ягодицы.
Навасана. Сделаем простую навасану. Голени параллельны полу, живот тянет к бедрам, бедра к животу. Можно выпрямить ноги, руки параллельны к полу. Усложнить немного асану. С выдохом стопы на пол, поднялись вверх, колени на пол. Вдох, руки вверх, еще одна уштрасана, ваша версия, либо руки под лопатками, либо ладони над ягодицами, либо ладони касаются пяток, если вам доступно. Грудная клетка в потолок. Стараюсь чуть больше направить бедра вперед, грудную клетку в небо, расширяя, вытягивая всю переднюю поверхность тела, вытягивая плечи. Каждый раз вдыхая, чувствуйте, как тело расширяется. С выдохом вышли из позы, ноги на пальцы, ягодицы на пол. Снова навасана. Ноги прямые, либо согнутые. Если тяжело, и та, и другая версия, можно взять себя под колени, под заднюю поверхность бедра, придержать ноги. С выдохом стопы на пол. Подведите пятка близко к паху, Баддха Коннасана. Спина прямая, седалищные кости на полу. Правая рука надавили на правое колено, левая рука сбоку от левого таза. Чуть направляя правое бедро к полу. Затем поменяли, левая рука направляет левое бедро и колено к полу. С выдохом. Вытянули ноги вперед. Седалищные кости на полу. Сделаем джану шашасану. Правую ногу согнули в колени. Правую стопу прижали к внутренней поверхности. Вдох, руки вверх. С выдохом живот стремится к бедру. Наклон к левой ноге. Ровно настолько, насколько можете. Пальцы на левой ноге направьте на себя. Вдох, чуть грудная клетка вперед. С выдохом мягко вниз. Правое колено направляем к полу на выдохе. Со вдохом стараюсь вытянуть тело чуть сильнее, центром грудины потянуться к пальцам. А на выдохе расслабить спину, расслабить живот, упасть в это пространство, а правое колено направить сильнее к полу. На вдохе подняли вверх, поменяли ноги, правая нога прямая, левая нога согнута. Левая стопа прижата к внутренней поверхности правого бедра. Вдох, руки вверх. На выдохе мягкий наклон. Можно использовать здесь ремень, который будет держать вас за стоп. Можно положить руки ближе к колену, либо даже ладони на уровне бедра. Наша задача просто мягко опускаться вниз. Не пытаться лечь на ногу. Пытаться вытянуть заднюю поверхность правой ноги, вытянуть спину. Направить левое колено чуть больше к полу. На вдохе выйдите из асаны. Вытяните обе ноги вперед. Ноги чуть присогните в коленях. Стопы на полу. На выдохе медленно опускаемся вниз. Руки вперед. 10, 9, 8. Позвонок за позвонком. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Один. Правую щиколотку разместите над левым коленом. Правую руку пропустите между бедер. Возьмите себя за левое колено, игольное ушко. Стопы на обеих ногах направлены в сторону коленей. Со вдохом чуть подтягивайте к себе левое бедро. С выдохом правое колено толкайте на себя. Вдох, левое колено чуть к себе. Крестец на полу. Копчик направляем к полу. С выдохом правое колено. С выдохом эту связку из ног мягко отпустите в правую сторону. Лопатки на полу, небольшая скрутка. Спокойное, ровное дыхание, успокаиваем его все больше и больше. Это завершающая часть практики, она мягкая и расслабляющая. С выдохом ноги в центре, поменяли левую щиколотку над правым коленом, правая нога согнута, левая рука между правым и левым бедром, возьмите себя за правое колено, прижмите на вдохе чуть больше правое бедро к себе, левое колено оттолкните от себя, обратите внимание на то, чтобы обе стопы были активны, пальцы
были направлены на колени. С выдохом. С левой стороны отпустите эту связку из ног. Расслабьте дыхание. Один глубокий вдох здесь. На выдохе в своем ритме в центр. Вытяните ноги и руки вверх в потолок. Найдите такое положение, чтобы было не тяжело держать прямые ноги и прямые руки поднятыми вверх. Как будто это гвозди, они придавливают вас к полу. Можно поделать круговые движения в голеностопах. Сжимать и разжимать пальцы рук. С выдохом. Согните ноги в коленях, прижмите бедра к животу. Взять глубокий-глубокий вдох. Еще чуть глубже. Еще чуть глубже. Максимум ваша задержка. И с выдохом через рот растекитесь шавасана. Расслабьте тело от пальцев ног до макушки. Почувствуйте, как тело становится тяжелее. Успокойте дыхание и чувствуйте, как живот и грудная клетка мягко поднимаются в ритме вашего дыхания, спокойного и ровного. Поблагодарите себя сейчас за практику. Отметьте 3 положительных момента, которые у вас получились хорошо, да лучше, чем когда-либо, или вы в первый раз попробовали. Останьтесь в шавасане ровно настолько, насколько требует ваше тело. А я благодарю вас за то, что сегодня вы занимались йогой вместе со мной. До встречи в следующем видео.